привет! Сегодня поговорим о морковках. У меня их не так уж и много. Пробую найти с ними общий язык. Моя первая морковка – это клавезия Grace Dunn. Я ее получила 2 года назад. Она была... Здесь еще одна бульбочка была. И вот такая. Ну, в общем, практически... Ну, не скажу, что сеянец, но очень мелкие. Вот это выросло у меня в первый год. Крупнее это я вот не дождалась. Хотела как лучше, получилось как всегда. Обдирала листики. Она уже начала уходить на покой. Листики стали желтеть. И, ну, хотелось эстетического какого-то удовольствия. Я его обрывать начала, но поспешила. И вот эти две бульбочки она дала мне в прошлом году, то есть 2020 год. Они, вот последние листики, вот она сейчас в покое, но еще никакого движения нет. Корешки где-то здесь... Было, хотела показать. Вон корешки. Они зелененькие, они рабочие. А вот, кстати, она посередине. Вроде бы, как бы в макушке движения нет, а корешки работают. Я ее периодически поливаю. Не замачиваю, так слегка проливаю. Не могу я сушить, вот у меня нет такой выдержки, чтобы высушивать их просто на нет. Так, теперь вот эту морковку сейчас покажу. Я недавно забирала у девочки, это, по-моему, Black Pearl, черная жемчужина. Она, как видите, была в покое, подсушена. Это уже посадила я. Не обращайте внимания на воду. На солнце, как обычно, вода цветет. Вот такую посадку я решила попробовать. Внизу у меня архиата крупная. Сверху мох. Вот я подлила воды здесь. С тем учетом, что сверху мох практически сухой. Еле-еле влажный. Она дала 3 роста, и вон корешки уже начали отрастать. Ну, так она, конечно, корявенько растет. Вон корешки. Ну, хотелось бы, видите, она лесенкой прям подросла. Хотелось бы, конечно, чтобы она опустила корни в мох. Но у нее выбора другого нету просто. Придется, и пить же хочется. Так, и две морковки я брала у Наташи Лисковец. Я снимала об этом видео, она уезжала. И вот мне ее надо пересадить. Наташ, если ты видишь, в общем, цветение мы еще не увидим. Она выдала рост. Вот такой красивый ростик, жирненький. Сейчас я ее буду как-то выколупывать, потому что, ну, корни просто шикарные. Кстати, кто говорит, что старые корни не работают, обрезают, у меня рука не поднимается. Там грибок. Так. Где-то хотела показать рабочие корни. Вот внизу рабочие корни, старые. Ну вот как, я не знаю, у меня рука не поднимется их обрезать. Я планирую его просто перевалить. Вот как раз момент, когда есть новый рост, запускаются корни в грунт, но еще не зашли. Вот как раз сейчас надо пересаживать. Я долго настраивалась и решилась. Вторая морковка тоже Наташина. Вот такая. Она в мхе. Старую бульбу я обломила.
она так держалась практически вот место соединения, такая себе пуповина. Вот, и дала она вот такой вот новый ростик. Морковки любят кушать. Будем пробовать кормить на убой в этом году. Итак, вот это дело. Сейчас я разведу тут опять срачельник. Великий праздник. Здесь корни. Ну, эти корни я буду обрывать. Они держатся за горшок. Ну, то есть выбор небольшой. Тут, скорее всего, даже горшок придется резать, если он сейчас не вылезет. Это вся. Да, хорошо засела. Да, горшок, видать, надо будет ломать. Ладно. Терять нам нечего. Главное, рост не зацепить никак. Вот это да. Намертво просто поселился. Я отодвину, потому что я их сейчас просто зацеплю и вывалю 100%. Могу, умею, практикую. Вот это да. Сейчас возьму ножницы. Жалко горшочек, конечно. Ну, морковку жальче больше. Ох, хорошо, что отставила горшочки. Еще когда морковку эту получила, все. Хотела у Наташи название спросить, а Наташа говорит: ты присмотрись, бирочка там. А я за такими шикарными корнями даже не увидела, что здесь есть бирочка. Так. Внизу, видите, Наташа делала отверстие в горшочке. Я попозже тоже сделаю в своей. Вот такая вот жмых такой корней. Дергать даже не хочется. Насчет грибка. Ну, я не скажу, что он как-то плохо влияет на орхидею. Но я его потом грунт пролью. Я не хочу тревожить вот это вот дело. Потом я его все-таки пролью. Бирочку дай. Вот. Вот такой вот гибрид. Буковки поподстерлись, но, в общем, это не беда. Смысл в названии, если она не зацветет у меня, правильно? Хотелось бы, конечно, увидеть это чудо. Потенциал у нее, конечно, шикарный. Лошадь, она отменная. Так. Садить буду по тому же принципу. Взяла просто больше горшок. Это 15-ка уже, по-моему, идет. Сидел в девятке. Вот как раз он у меня свободненько входит. Входит. Пенопласт надо убирать, потому что высота у нас не пролазит. Заглублять я ее не буду. Но это капец, конечно. Сейчас гляну горшочек чуть больше.
Наверное, это у меня максимальный размер. Есть. Ну, блин, ниже. Все-таки ниже. Чуть-чуть. Ладно. Будем. Ага. То есть этот у нас ниже, но там... Вот. Этот подойдет больше, потому что, видите, здесь внутри есть подъем. Здесь нет подъема. А вот здесь вот этот подъем есть. Это очень хорошая штука, конечно, этот подъем. Ну, блин, делать нечего. Вы, наверное, такой пересадки еще не видели, как я. Как я делаю. Так, буду чуть-чуть смещать, чтобы вот этому росту было место здесь на вырост. Пенопласт я все-таки вот так поставила. И туда пенопласт напихаю, чтобы ближе к дну был. Как-то так. Всегда думаешь по одному посадить, а получается совсем по-другому. Долго я настраивалась, но ничего, как раз, наверное, вовремя я ее пересаживаю. Так, пенопласт я напихала. Надо, чтобы субстрат просыхал, хорошо просыхал. И в то же время, чтобы был влагоемкий. Беру тот же, что я тапки садила. Просто добавила сюда еще мха. Он даст эту влажность. Вот дырочки обязательно потом еще сделаю, чтобы просыхал он быстрее. Ну, хотя там такой слой хороший пенопласта. Ну, то есть он будет... давать просохнуть. Единственное, что в этом горшке нет вот того подъема дна, как я в прошлом, в который я хотела посадить, но не срослось. Я там особо не осторожничаю, чтобы корешок не повредить и все такое. Мне главное не повредить молодой рост и молодые корни. Вот так. Сверху, чтоб сверху села, как бабушка у меня говорила. Ну что делать, если такой уж здесь у меня получится воздушная подушка, потому что запихать туда вообще нереально за счет того, что я горшок вот этот ком сместила к стенке. Так, напихали. Устроили дома Армагеддон. Все как всегда. Так, вот такая посадка получилась. Вот здесь только видно корни. Ну, воздушная подушка — это тоже хорошо. Даже очень. Бирочку вставляю, потому что я... теряю их постоянно, забываю подписать. А тут уже готовая, пожалуйста. Это отсюда. Ну, в общем, вот такая посадка получилась. Я его буду здесь брызгать по краю, пока он углубит корешки. Потом уже полноценный полив, удобряшки. В общем, будем находить общий язык. Вот такая красота. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока.